Космос и природа, космическое пространство. Это космос относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел. Из космоса больше всего на Землю влияет Солнце, в меньшей степени Луна. Луна также притягивает Землю, как и Земля Луну, но намного меньше Солнца. Однако из-за близости Луны на Земле существуют приливы и отливы. Солнце испускает потоки частиц, которые создают на Земле так называемые магнитные бури. Солнце своим притяжением заставляет нашу планету двигаться, в результате чего у нас меняются времена года. Зима, осень, лето, весна. Красота мира – это все то, что явлено в отдельной его элементах. Это звезды на небе, птицы в воздухе, рыбы в воде, люди на суше. Красота – как пропорция и гармония. Космос влияет на наследственность и на состояние человека. Космос – Земля, природа на Земле, человек – все это взаимосвязано.